на танцы готовитесь? Хореографический коллектив. А здесь у нас переодевание. И здесь у нас второй экран. Дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Тимошенко. Я основатель Керченского спортивно-патриотического клуба «Самбо Слава». Вместе с другими керчанами мы принимаем участие в акции «Быть здоровым – это модно». Залог будущей нашей страны – здоровье нации. Свободный от болезней организма и заблуждений разума. Мы поддерживаем организаторов, наших соратников клуба «Ярополк» в их начинаниях. И для следующего мероприятия я предлагаю название «Русские меняют мир». Уверен, все меня поддержат. Илья, друзья, русские меняют мир. Республика Крым и город-герой Керчь приветствуют всех жителей Российской Федерации. В третий год подряд Республика Крым принимает участие в этом акции «Быть здоровым, быть модно». В этом году эта же акция становится международной. К нам присоединились Республика Беларусь и другие дружественные нам страны, в том числе Приднестровье, Сирия. Хочу пожелать всем россиянам в честь, как говорится, Дня защитника Отечества, который накануне мы отмечали, крепкого здоровья, благополучия, и пусть спорт будет вашей нормой жизни. С праздником! Город-герой Керчь приветствует всех участников международной акции. Быть здоровым – это модно, быть здоровым – это круто. Город-герой Керчь присоединяется к этой международной акции. Всех с праздником!